Внимание! Пристегните ремни. Вас ждет путешествие во времени. Век номер 20. Наша версия. Год 1958. Шарль де Голь. 41 год назад стал президентом Французской республики. Де Голь вошел в историю Франции как миротворец, создатель новой конституции, инициатор выхода Алжира из-под французского владычества. Его именем назвали аэропорт близ Парижа. Доктор Живаго. Свой знаменитый роман Борис Пастернак написал 41 год назад в Советском Союзе. А впервые издан «Доктор Живаго» был во Франции. Как известно, Пастернак за Живаго получил Нобелевскую премию. Бенилюкс. Это красивое название родилось на свет 41 год назад, когда Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на 50 лет. Срок, кстати, истекает в 2008 году. ЕС. Европейское экономическое сообщество начало работать 41 год назад. Первоначально в общем рынке участвовали страны-шестерки – Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Джерри Льюис. 41 год назад в Америке разгорелся крупный скандал. Популярный певец Джерри Ли Льюис женится на своей 14-летней двоюродной сестре. По радио прекращают транслировать его песни, общественность возмущена. Хула-хуп. Или попросту обруч стал массовым развлечением 41 год назад, когда американская компания Waymo Company выпустила на рынок танцующее пластиковое кольцо, не требующее ни особых затрат, ни специальной одежды. Наша версия. Год 1958.